Надо весело выпустить дом и
mi glavu mamo, ne, i ne odiskaš da vastala, se čini praznu sam ja, ne. Субтитры сделал DimaTorzok.
тупая. Ты сама тупая, это тупая, тупая, сама тупая. Что это такое? Она тупая, ты тупая, ты сама тупая. Вот здесь только дрова называется. Там четко сыграть. Ну, там явно на ми, даже. На ми должно быть. Она более такая серфская получается. Послушаешь, как надо менять последнее. Плюс получается большая разница между куплетом и припевом. Попробуй второй аккорд фа мажор играть. Ты все равно будешь квинт. Спасибо. Поехали. Играешь первую часть, а я потом доигрываю вот этой хрень.
Также меняем местами, да, сейчас компромисс. Сейчас скажем. Ну, когда гитары звучат, уже тогда барабан уходит, ну, на все-таки на второй план. Как ритм инструмент, а не как основной. Да, подожди, если и это, получается это, красиво. Это грохот, это понятно. Ты музыка. Ну, да, мелодия. Из-за грохота не слышно. Парни, ликвидация, поехали. Давай попробуем ее разложить. То есть первую часть играешь ты, а я заигрываю вот это. Монстр. На солнце все, нахрен все, все красиво, но когда он в теме, мы не играем чисто все. Майк, сделай красиво, чуть-чуть. В этой песне мы же утвердили, что все играем, Леша, ну что? Кто он утвердил? Ты утвердил? Просто мы все нахрен там все не нужно. Там все. Вот эта солянка, она настолько вот примитивная. Примитивная. Сделай, сделай серф тогда красивый. Не надо, давай сделай серф энд с чем-то. Поехали, ликвидация. Давай, я буду красиво. Ликвидация! Во, вылетит из него. Место под руками, место у меня.
Здесь ты бас что, бас ты сделал, ты, да? А? Бас ты сегодня делал? Нет. Человек опять убрался и все, и тебя нет. И опять один барабан и Леша, и все. Не хватает музыки. Когда ты даже следил с тобой, ты раз подкручиваешь. Не, он правильно, он кстати сейчас так и делал. Ты меня сейчас красиво сделал. Марк, когда чуть-чуть поедаешь, чуть-чуть поедаешь, я копию перенавожу. Я вообще не попал. Ну, я согласен, правда, да. Мне кажется, что слишком много. Поставь его от края, не снимай. Конечно, правильно. Как только ты выключаешься, все, сразу как бы вот... Сразу пустота какая-то. Сразу Денниса много, и все, вот это какая каша получается. Вы там что-то ковыряете, но не слышите. Майк, когда вы поймете, что барабан это все-таки не лидирующий инструмент, а... Может, не заглушишь. Ну, эту песню нет, я задушишь. Денниса не заглушишь, а барабан можно... Это разные вещи. Денниса и барабан. Давай, молчи, молчи. Ладно, я пошел, спасибо. Увидимся. Давай. Thank you.
повернули, ты уже смог. Предоставим мне представить, да? На вождение. Шапка. Настраивайтесь. Песня настройка. Под настройка. Thank you.
We'll be right back.
Да, сейчас, конечно, было мало, не было.
Музыканты, а когда будет сервис
сегодня все что-то. Со вчерашнего дня уже здесь. Нету того, не было, с моего списания. Нету, да, нету его. Кого не было? Да. Листа она выкладывала. Вчера был. Я ей кинул, она обработала и выкинула. Перерыв всех раскачаем, перерыв пойдет весь на подъеме. Какая? Дальше зайдет все. Когда ты кайфово, когда вторая часть китовая. Первый что, народ? Поехали. Скучать будет? Что, сходить? Ну, ты делаешь на даче первую часть скучающую. А что, Апача у нас делаешь, да? Апачи! А сейчас будут апачи! Thank you.
Ты орешь.
Моя вторая половина, Леша, своей бутылкой вина. Я это говорю не Это зритель. Это зритель. Зритель ты. Пьяный. Ты что, бля, вон, бля, ты что будем пить нормально? Я еще там пью, не так и пить. Это на записи зритель записал. Моя вторая половина твоей бутылки, Леша, вина. Моя вторая бутылка сейчас будет. Она у нас... Давайте
давайте пошумим, блядь, как говорят рейтеры. Не надо, да. Ну так, они на фанаматов научили. Каждая песня. Рекордная для нашей группы песня в ритме 200. Да? Да. Stop!
что роднули. Что ты забыл, что в прошлый раз все паузы сделали одинаковыми, а тут погнал. Я же тебе говорил, это круто, когда вот короткая пауза. Нет, надо длинную. Она длинная. Все нормально будет. Ну, я вот был за разъехали. Вы же разъехались. Все, уже разъехались. Уже раз, Леша, уже разъехали. Развод и девичья фамилия. Все, Леш. Все. Ты начал пилить. Запомни, везде одинаковые паузы. Вот так, всегда. То есть ты раньше начал пилить, получается, да? Да. Я ему уже сделал акцент, он тогда понял. Но вы все неправильно играете, что вы такие? Да, Леша? Ты просил клевер спать? А теперь всем слепым. Клевер спать? Клевер просил, дайте, пожалуйста. Лучше спать. Что сейчас играть? Всем слепым посвящается. Давай не надо вообще. Что написано еще? Песни слепого поэта. Слова, слова. Душу
Я же забраковал. Нет, может вы попробуйте на пару, например, Фред, ты. А, Фред, ты? Ты забраковал. Я забраковала в прошлый раз. Забраковали, да. Да? Ты монотонно очень поешь, динамику бьешь. Серьезно? Thank you.
надо что-то делать. Я не знаю. Давайте ее выбросим в мусорное ведро. Весном? Не, надо попробовать, чтобы Леша еще раз успел нормально. Сейчас допоем. Как сама, нет. Ну, Леша не во вторую партию не подходит. Почему? Почему? Потому что. Давайте пусть попробуем, потом посмотрим. А со мной это вообще херня похоже. Да нет. И так говорят, что херня. Нормально. А так еще хуже будет. Поехали, все. Хорошо, не это, да.
пожалуйста. Это сиськи. Давай, все, я помню. Это самое главное. Я переживал, что нифига там влезать. Поехали, еще раз. Давай, еще раз, давай. Раз, раз. Свистит, сука. Ну ладно. Еще один, вот с нами. Даже я наизусть знаю. Не писец. Даже я.